12-й секрет успеха. Расставляйте приоритеты в своей деятельности и полностью сосредотачивайтесь на одном пункте. Это ключевая формула для высоких уровней производительности и результативности тех, кто сам сделал себя миллионером. С этой формулой, расставляя приоритеты и сосредотачиваясь, вы сможете добиться в жизни практически чего угодно. Эта простая стратегия давно является главной причиной высокого дохода, создания капитала и финансовой независимости тысяч и даже миллионов разных людей. Ваша способность определять свой главный приоритет, а затем работать над ним, пока задача не будет выполнена. Это основная проверка и критерий вашей силы, силы воли, личности и самодисциплины. Этого очень сложно достичь, но это же важнее всего, если вы хотите добиться большого успеха. Вот эта формула. Сделайте список всех необходимых дел до того, как приступать к работе. Расставьте приоритеты, задавая себе 4 вопроса снова и снова. Вопрос первый. Какова моя ценная задача? Что из этого списка наиболее ценно для вашей работы и вашего бизнеса? Вопрос второй. За что мне платят? Для чего конкретно вас наняли на эту работу? Сосредоточьтесь на результате, а не на действиях. Вопрос номер три. Что я и только я могу сделать такого, что при хорошем результате создаст критическую разницу? Это нечто, что можете сделать только вы. Если вы не сделаете этого, никто не сделает. Никто не сможет и не справится с этим. Но если вы действительно сделаете это, сделаете хорошо, результат значительно изменит ваш бизнес или личную жизнь. Что это за задача? И каждый час, каждый день отвечайте на этот вопрос. Вопрос четвертый. Каково самое ценное использование моего времени на текущий момент? На этот вопрос может быть только один ответ за один раз. Ваша способность определить самое важное применение своего времени и затем начинать работать над этим заданием. Это является ключом к высокой производительности и финансовому успеху. И, наконец, посвятите себя работе, полностью сосредоточившись на одной задаче, самой важной, и не отвлекайтесь от работы, пока не выполните ее на все 100%. Работайте, не останавливайтесь и не отвлекайтесь. Заставьте себя работать, пока дело не будет сделано. Хорошая новость в том, что постоянная расстановка приоритетов и умение сосредотачиваться на задачах с самой высокой ценностью вскоре вырабатывает привычку к высокой эффективности. Затем привычка становится автоматической и практически гарантирует ваш успех в жизни, и таким образом вы становитесь миллионером.